Сегодня у нас чемпионат Харьковской области по панкратиону и грэпплингу. Динамика сохраняется, то есть количество участников увеличится из года в год. Сегодня у нас большой скачок, можно сказать. Приехали, во-первых, с двух областей люди, во-вторых, недавно мы открыли филиал в области, в городе Лозовой. Тоже филиал привез уже 30 участников. Данный старт является отборочным для чемпионата Украины. Первые, вторые, третьи места могут туда поехать. Призеры идет присвоение там первого разряда. Чемпионы получают кандидата в мастера спорта. На чемпионат Украины допуск первый разряд. То есть все, кто выполнил первый разряд сегодня на чемпионат Украины, будут допущены. Совсем недавно в городе Лозовая, Харьковская область, открылась новая секция единоборств, панкратион и грэпплинг. На этих соревнованиях мы впервые выступаем, впервые привезли команду, собрали 32 человека. Несмотря на то, что в первый раз все у нас новенькие, неопытные, уже показывают хороший результат. Есть чемпионы, есть призеры. Есть люди, которые где-то в чем-то ошиблись, проиграли. Теперь будем с моим другом, товарищем, с которым тренируем, Самойловым Евгением, дальше тренировать и подсказывать, их ошибки исправлять, чтобы в следующий раз, как бы, когда придем еще там, на чемпионат области, на Украину, другие соревнования, которые будут, чтобы показать лучший результат, развиваемся. Мы только занимаемся 2 месяца, грубо говоря. Ну, на результат сегодняшний результат соревнований мы довольны. Как бы. Ребята молодцы. Я занял первое место. Своим выступлением я доволен. И тренер мой Владимир Копыхин из клуба «Центурион». Многое, конечно, не получилось, как хотелось, но будем стараться, трудиться. Сегодняшняя победа на этом турнире позволила мне отобраться в сборную харьковской команды для чемпионата Украины, тоже по панкратиону. Также хотелось бы поблагодарить тренеров клуба «Центурион» Владимир Копыхин и также Федерации панкратиона Влада Сороку и Гела Гиндея. Больше 180 человек присутствует. Все это очень хорошо сказывается на развитии панкратиона и грэпплинга в Харьковской области. Люди узнают, смотрят, приезжают. Уже есть очень много болельщиков, которые приходят, которым нравятся эти виды спорта. А также этот чемпионат является отборочным на чемпионат Украины по панкратиону и грэпплингу, который пройдет в этом году в Одессе в начале декабря. Я надеюсь, наши спортсмены получат на этом соревновании очень большой опыт и покажут себя достойно на следующих всеукраинских стартах, как бы самых важных стартах в Украине этого сезона, к которым мы очень хорошо готовимся. Также хочу сказать, что в начале ноября у нас уезжает команда Украины, и также наши спортсмены харьковские уезжают на Кубок мира по панкратиону. Сначала на чемпионат мира по панкратиону, который будет проходить в Бобруйске, в Белоруссии. И затем в начале декабря еще наши спортсмены едут на Кубок мира по грэпплингу, который будет проходить в Будапеште.